Подвядение выников. Сегодня отбылась 26-я справоздачная выборчая конференция Гомельской областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа. И головная тема – досягнение минулых 5 годов и особливо сёлетняя. Об высокородных справах Червоного Крыжа в регионе наступный сюжет. Сустрэча отбылася у онлайн-офлайн формате. Большая частка делегатов удельничала у ёй праз відэасувязь. Во умовах пандемии COVID-19 собрать у одним помешканні больше, як 150 человек, проблематично. Для областной организации Червонага Крыжа падзея асаблівая. Подобные мероприемствы проходят раз у 5 годов. На парадку дня выборы членов и старшини президиума региональной организации, кіраўніка областного Червонага Крыжа, делегатов на 24-й съезд Белорусского товариства Червонага Крыжа. Дарэчы, на посаде старшини областной организации засталася Алла Смоляк, але тема номер один – выники деятельности. Модераторы конференции упэўнены, супрацоўникам Гомельщины есть чем ганарыцца. Мы гордимся Гомельской областной организацией, потому что это одна из лучших составляющих Белорусского общества Красного Креста, которая может гордиться своими достижениями, своими инновациями, которые привнесены. И особенно показательным был этот год. На слуху, наверное, у всех ситуация с хасидами. Гомельская областная организация Червоного Крыжа объединяет множество направлений работы. Медико-социальная служба допомога подтримливает одиноких пожилых людей. Один у Республики Беларусь кризисный центр занимается социализацией особ без певного места жыхарства и людей, которые опынулись у тяжких жыццёвых обставинах. Как попередить распаўсюджванне COVID-19, медицинским и социальным установам оказана допомога на сумму больше, як 300 тысяч рублей. Планы на будущее пераконывают. Организация не сбавит обороты. В планах у нас на следующий пятилетку – это расширение наших сервисных центров. Но какого плана? Мы собираемся открыть пункт проката средств реабилитации для инвалидов первой-второй группы. То есть это такой серьезный будет пункт проката, где мы сможем даже, может быть, и медицинское оборудование, которое характерно только для индивидуального пользования, предоставлять своим бенефициарам. У структуру Гомельской областной организации Червоного Крыжа уваходит больше, як 202 тысячи членов товариства. И эта личба постоянно растет. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».